Якими домами хорошими до всіх дівчат. Дякую, не треба пішли. Ай, щас. Сегодня вечером будем смотреть. Я говорю, когда вы одеваете шлемы, вы все на одно лицо, я всех пахну перепомню. Дмитрий Нагиев, мы хотим вам показать, как правильно делать технику дуэндо. Итак, Иван, трехкратный чемпион пока один. Давай, быстрее! Давай, давай! Принесете, я запишу. Давай.
чего так долго идет? За второе место награждается Качко Игорь. За третье место Прижевал Павел. За первое место награждается Сергей Павел. Награждается Дубков Тимур за первое место весовой категории до 36 килограмм. Награждается Казакевич Александр. Возрастная категория 10-11 лет, весовая категория до 28 килограмм. За второе место Рындевич Руслан. За третье место Воробьев Валерий. Награждается весовая категория 32 килограмм. За первое место Егор. За второе место Кожур Александр. За третье место Акрименко Илья. Награждается весовая категория 36 килограмм. За первое место Руслан Чехович. За второе место Климович Алексей. Награждается весовая категория до 44 килограмм. За первое место Ролич Вадим. За второе место Кириллевский Алексей. За третье место Переходько Тимур. Награждается весовая категория до 48 килограмм. За первое место Прозовский Максим. Командный подвигатель. За второе место Дубовик Павел. Будете командовать. Награждается подростки 12-13 лет, весовая категория 52 килограмма, первое место Роман Сапута. За второе место Леон Григор. За третье место Гиви Левин. Награждается весовая категория до 36 килограмм. За первое место Казакевич Евгений. За второе место Петровский Илья. Награждается весовая категория 56
Иван Алексеев. За второе место Жура Артур. Награждается на сегодня в категории до 40 кг. За первое место Ковровский Артур. За второе место Коваленок Андрей. За третье место Александрович Александр. Награждается призовая категория 48 кг, юноши 14-15 лет. За первое место Кузьмич Виталий. За второе место Романир Алексей. За третье место Бурьяк Андрей. Награждается весовая категория 56 кг. За первое место Чуйков Василий. За второе место Гришин Иван. За третье место Гулевич Олег. Награждается весовая категория 70 кг. За первое место Валерий Алексей. За второе место Евтух Никита. Награждается весовая категория 85 кг. За первое место за второе место Сиденко Андрей. Награждается юниор. Награждается юноши, весовая категория свыше 70 кг. За первое место Бобровка Александр. За второе место Дедюнь Евгений. За третье место Петров Дмитрий. Награждаются юниоры 16-17 лет. Весовая категория до 52 кг. За первое место Спиридонов Александр. За второе место Куделка Максим. Награждается весовая категория до 56 кг. За первое место. За второе место Нечаев Виктор.
Категория до 48 килограмм. За первое место бой Синена.
слава. Награждается весовая категория до 56 килограмм. За первое место Порошкова Элина. За второе место Титова Екатерина. Награждается весовая категория до 52 килограмм. За первое место Парнева Марина. Награждается весовая категория свыше 60 килограмм. За первое место Никубович Илона. Специально привезли приз зрительских симпатий и лучшую технику. И единодушно жюри присудило данный приз представителю города Молодечно Роличу Вадиму. Наградили юниоров 56 килограмм Левко Андрея и 75 килограмм Мамыша Алексея. И подведены командные результаты сегодняшних соревнований. За первое место награждается сборная команда города Молодечно. За второе место команда «Юг-25» города Минска. И за третье место сборная команда города Ашмян. А сколько времени? 22. На этом соревнования наши закончены. Хочется пожелать всем спортсменам и участникам.